Здравствуйте! Шестой тур Мелбет Первая лига продолжается. Мы предлагаем вашему вниманию трансляцию из Тюмени на местном стадионе «Геолог». В матче национального первенства футбольный клуб «Тюмень» принимает гостей из солнечного Дагестана, махачкалинская «Динамо». Имеет прямое отношение к такому уважаемому ведомству, как МЧС. Все, сигнал дан. Владимир Сердяков твоим свистком начал этот матч. Не без труда, но все-таки удалось выбить мяч из штрафной. Динамо. Вот момент, удар, перекладина. Дождались мы с вами, друзья, по-настоящему такого запоминающегося эпизода. И он чуть было не привел к тому, чтобы Тюмень открыл еще. Каркас ворот спасает Динамо. Ждем повтора для того, чтобы разобрать этот интересный момент. Пытается заработать угловой Никита Касаткин. Не зарабатывает, но сохраняет мяч. Маркелов, Касаткин. Выпрыгнул Татаринов. Мяч возвращается в штрафную. Скидка. Бить неудобно. Во фланг. Сильно на Маркелова, но он успевает мяч оставить в игре. И еще один момент. Хватается теперь уже за голову Михаил Петров. 13 номер, центральный защитник. Здесь оставшийся в штрафной после навеса, после стандарта. Он, естественно, подключился. И Маркелов как отработал этот момент. Естественно, есть подключение. Всегда готов пойти вперед Антон Синяк по своей правой бровке. Вот с мячом. С правой навешивает. И удар по воротам. Над перекладиной пролетает мяч. Очередная попытка поразить ворота соперника со стороны Евгения Татаринова. Сегодня он уже потряс каркас ворот, пробив головой, очень опасно. Массированная атака тюменцев. Нет положения вне игры. Можно продолжать атаку. Дальнюю штангу. Кто запнет? Антон Синяк уступает. Это право замкнуть партнера. А что у нас тут тряслось? Желтая карточка появляется. Они заработали пенальти. Крамцов на коленях. Пытается вымолить у арбитра прощения. Но это бесполезно. Раз желтый, значит, это фол, а облик штрафной, значит, это пенальти. И шанс у Тюмени открыть счет в этой встрече. И очень хочется посмотреть на повтор. Так, внимание. 11-метровый удар. Разбег. И вратарь тащит. Какой красавец спасает Волк Самойлов. Хватается за голову. Он упускает шанс забить на 77-й минуте. Пенальти не реализован. И какой же мастерюга. И в прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром своей команды, забив 15 мячей. Удар не получается с линии штрафной. И еще один удар. И был близок сейчас к успеху махачкалинский клуб. С наклевом так полетел мяч. Такой вот парашютик. И казалось, что все, сейчас за шиворот мяч залетит вратарю Тюмени. Вот этот момент. И знаете, это был действительно удар по воротам в исполнении Идара Шумахова. Отдать такую игру и вообще остаться без очков — это будет больно. Подача на ближнюю штангу, пошел мяч. Это не удар, это скидка. Отбились. Судья смотрит на секундомер и останавливает встречу своим свистком. Владимир Сидяков эту игру завершает. Ничья 0-0. Боевая ничья. Хороший матч. Хороший футбол мы с вами увидели в исполнении как одной, так и другой команд. Ну и на этом, наверное, уже можно прощаться. В заключении ваш комментатор Владислав Батурин. Всего вам самого доброго. До новых встреч и удачи.